Всем мое почтение. И вот буквально 8 января 2021 года появилась информация, что якобы какие-то источники в МВД Казахстана заявили, что так называемые террористы могут использовать форму правоохранителей для совершения провокаций. А я лично считаю, что вот эти заявления, это могут быть свидетельствами того, что правоохранительные органы, какая-то часть полиции Казахстана выступила против режима Токаева-Назарбаева. Лично я считаю, что много полицейских перешло на сторону народа. И теперь вот власть хочет показать их, якобы это люди, которые не имеют никакого отношения к правоохранительным органам и просто лишь переодетые какие-то бандиты. Лично я считаю, что это именно так, потому что вряд ли сильно много каких-то там преступников будут переодеваться в форму полиции для того, чтобы совершать какие-то провокации, если можно совершать их и просто без этого всего. Я лично считаю, что версия то, что это правоохранители перешли на сторону протестующих и уже начинают действовать просто в открытую форме, это очень правдивая версия. Из-за этого, я лично считаю, и происходит вот этот ввод войск в Казахстан, вот ОДКБшных оккупантов. Это мое такое мнение, а вы-то считаете? Напишите в комментариях.